фангбастером. Так, это если что, Денчик летит. Да ты за мной сейчас полетел. Да пусть за тобой, я да не буду за ним летать. Давай, садись на хвост, ладно. Да, погоди. Ну. Сел, да? Да. Сел, сел. Полетаем втроем. Все, потерял. Все. Здрасте, потерял. Не, я тебя потерял. Поначалу нет. Я держался. Давай еще раз. Давай попробую Денчика посидеть. Денчик скорость лучше меня держит. Давай, я вот сзади тебя разворачиваюсь. Давай. Видишь? Да. Ну я держусь за тобой. Ты срезай его. Что ты держишься? Ты держаться. А, ну просто держаться, я уже могу стрелять, по идее. Стреляй, стреляй, да. Я потерялся. Его, стреляй его. Сейчас давай заново. Если чуешь, что держишься нормально, значит ты резай его. Это не я. Это я. Это ты! Это не я, говорит. Понял, что я сделал? Да. Двойную свечку вниз. Я понял. Дальше, я, кстати, твои заявки тоже жду. Запарил ты, какой у меня дарфайтер, ну? Нормально, давай, все, жду я тебя. Я вот уходить, если честно, вообще не умею. Я могу только на хвост сесть. И с хвоста не спрыгивать. Но уходить, когда у меня на хвосте, я вообще, блядь. Ты можешь, тебе кто-то долго у тебя будет держаться на хвосте? С твоей скоростью. Ты скорость держишь лучше меня. Да я тебя только за счет скатинга и срезы выношу, блин, а остальные никто так не вынесет. Я вот разучился, видишь, раньше я, короче, нифигово это делал, блядь. Как он называется? Ну, когда резко вниз уходишь, включаешь эти рэп и вниз уходишь. Ну, свич, да? Он, короче, вообще теряет. Ну. Сейчас вот я уже забыл, в какой момент я это делал, блядь. Потому что... Реально, да здесь боже. Полетать особо и не с кем. Антох, давай за нас переходи. Вот я у тебя на хвосте вешу, я просто не стреляю. Ой-ой-ой! Ой-о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 й-
На, Колян снимал все-таки. А ну, он заснял, когда я убил Рейза. Он заснял, убил Рейза. Тут Антоха без нитки. А ты думаешь, кто по мне лупасил из нитки? Ты охрен сволочь. Ты драться хочешь, что ли? Танечка, у нас тут ран на наши джеты. Надо наказать одного. Чуть тебя попугать, что ли? Это денечек. Ага. Ага.
Держишь на хвосте, да? Конечно. Вот, видишь? Сейчас, блин. На сонарку меня сейчас залезет. Тут невозможно не выстрелить. Старик, вот рейс меня уходит чисто вот то, что он направление по-другому сделал. За счет вот этого. Зачем вот... ты Антоху обижаешь? Антоха меня обижает. Давай влазь на сонарки, поговорим. Смотри на него. Да и смотри, я дефибриллятором подойду, юркну и умрешь ты там. Ага, еще один. Смотри на них, а. Короче, я не буду стрелять. А я сейчас сажу, так и знай. Починю. Да, вот еще, катился, когда да. делаешь этот петлю вниз, особенно когда угу. идешь, старайся задницей вилять, очень тяжело попасть. В смысле? Даже с моим, вот, с... короче, крены делай туда-сюда и этот. Понял. Очень тяжело попасть. Да нет, ничего идешь, не могу видишь? Сделать вообще. Вот смотри, когда ты вниз идешь, ты неровно иди. Крена. А, виляй, короче. Ну мне туда то сюда, туда сюда. Ты сам у меня настройки по дефолту стоят просто. А у тебя по дефолту стоят, угу. да? Да. Так, тогда тебе надо что? Изменить как-то. Да положи танго, что пробил, ставь и все, я огонь с пробил ударю. Ну так учусь, в принципе, летать, поэтому. А по дефолту там на мышку, да, по-моему, стоят эти? Да. Тогда тебе просто мышкой надо влево-вправо вводить. Лёха, а чё, ты мой ему не поменял на это управление, как мне в тот раз? Какое? Который, как, помнишь, ты мне его настраивал? Я тебя толкнул, догнал. Так я же на новом. Потом переучился. Не, ну какая разница? Все равно не дефолтная. Это дефолтная? Давай, короче, противоположную сторону попробуем. Может мне на хвост сесть сразу или нет? В смысле, это как? Ну, типа, напротив сейчас летим и... А, ну давай, сейчас я разверну. Это у нас взяли точку С. Со стороны, короче, своей базы я. Сейчас разворачиваюсь. А ты паркадишь, сейчас на нарке сидишь, да? Ну, это сбоку. Блин, я уже сзади на хвосте. Я потерял, блин. Да, сейчас отлечу. А, я тоже. Я, короче, со стороны своей базы, ты со стороны. Я с А лечу. Так, я только разворачиваюсь на своей базе. Ага, вижу. А, к сонарке поближе. Вот он, ты попался. Все, да, я понял тоже. Офигеть, бля. Да и все, жопа убил бы меня там. Самое главное, это когда ты понимаешь свои ошибки. Это вот самое такое. Не, ну это сейчас понял. Ну запрыгнул, а? А еще прикольнее, если их можно будет как-то решить эти ошибки. Самое главное, это понимать. Я вот когда вот пролетаю, вот Зёдю вот летал, вообще не понимал, где я подставляюсь. Я тупо не понимал. Ой, так кто-то мне на хвост сел, что ли? Это я. Да самое, Колян, можешь уже не снимать, потом скинешь куда-нибудь все, что заснял.